Вы только посмотрите на эти лапки с подушечками. По-моему, мимимишность зашкаливает. Знакомьтесь, это наша малышка Кэнди. Это зайчонок вот с такими очаровательными длинными ушками в милом розовом платье. Платье, кстати, съемное, его можно снять. Можно для Кэнди шить сменные наряды. Именно поэтому эта малышка станет замечательным другом какой-нибудь маленькой девочки. Также этот набор достаточно прост по шее, поэтому подходит для детского творчества или для совместного творчества взрослых вместе с детьми. И сейчас я подробнее вам покажу, что вы найдете в этой милой коробочке, внутри которой полно вдохновения. И вы сможете с помощью всего того, что там найдете, шить точно такую же зайчишку Кэнди. Милая открыточка. Пакетик с мелкой фурнитурой. Здесь вы найдете носик, глазки на петельках, липучку на платье, чтобы его можно было снимать, одевать, пуговички для пришивания ручек, ножек. Вот такая вот упаковка с тканями. Ткань для тела зайки, для ушек и ткани для милого платья. Хлопок для кокетки и очаровательный фатин для пышной юбочки. Большая иголка для пришивания ручек и ножек. И подробная инструкция. Все выкройки уже готовы к работе. Их остается просто вырезать, приложить к ткани и перевести. В инструкции вы найдете много фотографий и последовательное поэтапное описание процесса пошива зайки. А технология пошива настолько проста, что мы рекомендуем эти наборы для детей даже, младшего школьного возраста. Ну, разумеется, вам потребуется небольшая помощь или подсказка мамы и педагога. Вот такой вот набор. Если возникают какие-то вопросы по пошиву, обязательно обращайтесь в нашу швейную техподдержку. Ее контакты указаны здесь. Все наши соцсети, вы также найдете контакты на обратной стороне коробочки. Заглядывайте в наш Инстаграм, ВКонтакте или на сайт. Найдете очень много интересного. Вот такая вот Кэнди.